Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. Сегодня мы приготовим классный салат из консервированного тунца. Быстро, просто, и вот такой вот салатик получается. Значит, смотрите, вот две консервы консервированного тунца я взял, немножко измельчил. Отправляем все в салатник. Дальше берем какой-нибудь свежий хрустящий салат, который вы любите. Я взял вот такой вот, называется айсберг. В Германии, в России даже не знаю, напишите в комментариях, как он называется, может так же и тоже называется. Дальше берем перец, я взял желтый и зеленый, целый перец нам не понадобится, вот так вот половинку. Нарезаю его таким вот кубиком. Теперь берем красную луковицу и тоже ее также кубиком нарезаем. Дальше берем один огурчик, но у меня такой большой, поэтому один, если мелкий, то конечно побольше возьмите. Я его почищу, разрезаю на две части. И я убираю семенник из огурца, чтобы салат не потек. Вот эта жидкость там не нужна. И огурец тоже нарезаем кубиком. Также у нас туда пойдет еще рубленное куриное яйцо. И кукуруза из банки. Из зелени я взял один зеленый лук и немного укропа. Отлично подходит к рыбе. Дальше, друзья, делаем заправку. Берем часть сметаны или йогурта и часть майонеза. Добавляем немного горчицы средней остроты, мед. Отлично с рыбой сочетается такой горчично-медовый соус. Клубок чеснока выдавим через пресс. Сок половинки лимона. Соль по вкусу. И черный перец свежемолотый. Все хорошо перемешиваем. Наша заправка готова. Теперь я прям в заправку добавляю зелень, чтобы все ароматы от зелени сразу разошлись в заправке. И отправляем заправку в наш замечательный салатик. Ну и теперь осталось только все перемешать, и наш салат тунцом готов. Наслаждаемся. Вот такой вот, друзья, салат у нас с вами получился. Отличный салат, подойдет под грильную вечеринку или так просто на перекус. И хоть на праздничный стол. Простые продукты, но получается очень вкусный. Сейчас снимем пробу. Мне прям слюнки текут. Отличное сочетание продуктов. Сочные овощи, хрустящий салат, заправка. Супер, друзья, очень вкусно. Горчичка так отдает классно, медом. Красота. Друзья, вам большое спасибо за внимание, за то, что были с нами. Тему что-то подошел, но салат уже не хочет. Готовьте обязательно салат, пишите комментарии. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.